Курортный поселок «Зеленый город» из места отдыха превратился в место скандалов. Все дело в двух соседях, которые постоянно ругаются и дерутся между собой. Несмотря на то, что претензии они имеют друг к другу, настоящей напастью для жителей стали именно они сами. Все, перебился, все столкнул. Вот телевизор разбил, везде разбил. Вот все было перебито. Вот. Факт в том, что я вставляла, сама резала окна. Вы что, дарять, слышу, почему без спроса вы приходите и снимаете меня, а? Ты, вот что ты стоишь, слышу, я сейчас достану, пистолет, и тебя пристрелю, понял? Я тебя пристрелю сейчас. Здравствуйте, Зеленый город, поселок. Че боишься? Скорее в машину. Я написала на него заявление. В общем, наша милиция, полиция. Его пофиг, его выпустили. Со мной не надо так разговаривать. Кто есть вообще, чтобы со мной разговаривать так? Ты знаешь, что я? Ты. Кто? Дед Мороз, запоздалый. Он ведет себя из-за того, что они ведут себя так в первую очередь. Они ведут себя очень неправильно. Вот посмотрите даже сейчас, в данный момент, что здесь творится. Прям гасить, жить. Ты мразь, иди. Слышь, ты здесь спать будешь. Ты вот здесь спать будешь, мразь. Пьют, как лошади. И дерутся каждый день почти. Как дерутся, так милицию вызывают. Ну, вот, смотрите, как он пошел. Вон еще вот. Сама света, вот. А зачем ты? Как мне отдубасил, так и я буду делать. Если вы серьезные отношения имеете, ты что делаешь-то? Пусть еще скажет спасибо, то что я вообще ему телевизор не переколотила. А мне тоже. Раз ему меня, значит мне как я буду жить в холоде. Теперь пусть он тоже в холоде живет.